Всем привет, солнечный привет. Упс. Из Катон-Карагая, казахстанский Алтай. Давайте сонастроимся. А, такое время сейчас крутое. На мне все мои артефакты, но не все, почти все, заряжаю сегодня. И хочется передать этот поток энергии. Сейчас, наверное, даже выйду на солнышко. Вот, Катенька, привет! Классно, давай сонастроимся. Я только что провела тоже мощный процесс для своих людей, дорогих. Вот, и вышла к вам. Круто, давайте собираемся. Расскажите, как проходит ваш день уже. Полдня прошло, у меня около 3 часов. О, состояние просто любовь вообще. У меня тут золотишко лежит, он, кто видел, мы с Арией красим. Это я маркером закрасила. Он закрасил, я помогла. Вот, привет, мои дорогие. Расскажите, поделитесь в комментариях, как у вас, что вы сегодня сделали уже прекрасного для себя, для своей жизни, для своего состояния. Расскажите, чтобы я за вас порадовалась. Я была на практике у Хамили, это было очень мощно. Утром свою практику сделала, встала перед рассветом, глаза еле разлепила. Но все равно встала и полатала на рассвете и записала себе сообщение. Обожаю, когда так происходит. От кое-кого. Просто потоковый месседж такой прикольный получился. Я очень рада и даже зафиксировала это в цифру. Вот, буду когда-нибудь потом издавать, может, книгу с теми сообщениями, которые в латаниях приходят. Ой, я рада вашим солнышкам. Давайте тоже выйду на солнышко. Так, ой, я в такой беседке. У меня новое пространство, куда я переехала. Ну, в смысле, не сюда. Тут вот домик. Вот, очень такой бабушкин домик. Тут живет бабушка и мама Зарины. Вот, и я у них тут несколько дней еще буду. Смотрите, тут есть сосна. Или нет, это ель. Это ель. Вот вам ДНК растения. Видите, какое тут мощное. Ага, сделала утром разминку, пишет Илья. Перед рабочим днем прошлась по парку, красотка. Очень классно. Давайте вам вот солнышко где? Так, где мне поймать солнышко? Вот так вот, чтобы вам светило. А, я сегодня еще прошла очень крутую практику со Светланой Рязанцевой. И от нее вдохновилась тоже вот так вот выйти, чтобы провода не было. Сейчас найду местечко. Тут есть вон ручеек, прикиньте, прямо на территории проходит водица. Прям вот мы сейчас Арии тут и кайфанули. Сейчас дойду до местечка. Самое приятное место. Встану. Смотрите, тут травка. Я показывала в сторис тоже. Вот. И вот такая, в общем, чудо. Все равно какой-то провод есть. Сейчас ближе к речке. А если я у речки стою, сильно ее слышно? Мешает или нет? Если вот так вот, типа того, чтобы солнце светило. Речка не мешает? Меня нормально слышно? Напишите, пожалуйста. И тоже можете одеть на себя или взять что-нибудь такое, браслетик или там колечко, или что-то такое. Вот у меня тут куча всего. Чтобы зарядить. Вот, зарядимся. Сейчас у нас зарядка. Станем на подзарядку. Как звук? Напишите, пожалуйста. Как звук, как связь. Тут в целом нормально все. Вот, и вставайте в удобное положение для себя. Или дать время, сбегаете за браслетиками. Или за каким-нибудь украшением. Просто такой день, реально одевайте сегодня. По максимуму все самое дорогое, любимое. У меня тут много подарочков. Это мне Алина с Бали привезла. Это мне Макс Гири подарил. Это мне Катя Сабель подарила. Смотрите, какая берегинюшка. Это вот здесь алтайский артефакт. Я скоро получу возможность вам тоже такие передавать. Вот, это у меня суперзаряжающий магнитик тут. И спиридон. У меня всегда башмачок спиридона. Вот, и всякие штуки, короче. Все на себя одели и полетели, да? Хорошо. Вставайте удобно, комфортно. Стоя лучше сделать. И во время практики прям тянитесь вверх. Прям вот как будто вы достаете до самого верха, до космоса, до солнышка. Сейчас потянитесь.
Вдох, выдох. Вдох, прям солнце. И уже сразу запускайте энергию солнца в себя. Запускайте солнечный луч. Запускайте вдох, выдох. Солен, тин, 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 тин. Вдыхайте прям каждой своей клеточкой. Всем, кто что вы есть, делайте вдох, выдох, наполняйтесь солнышком. Если есть возможность сейчас в реальное выйти солнышко, выйдите. Если вы вообще богаты, супер богаты, как я, и можете стоять на земле и на солнце в этот день, то вообще респект. Короче, выходите куда можете, прям чтобы вам было комфортно, и потанцевать, если что, и потянуться. И у меня здесь, видите, как классно, и солнце, и водица. И почувствуйте тоже вот эту энергию в своей жизни. Вдох, выдох. Проводите внимание, дыхание, энергию солнца в себя полностью. Сейчас этим мы будем заниматься, таким дыханием, солнечным дыханием. И вы дышите, и в то же время понимаете, что воздух влажный, он наполнен влагой, и влага активизируется солнцем. И если вот водоемчик, тоже вон, посмотрите, какая красота. Представьте, почувствуйте на себе водицу, что вы вообще внутри солнца, солнечного света, внутри водички. Вы в жизни, вы живые. Почувствуйте вдох, выдох. И вот состояние вдох, прана. Вдох, вдыхание праны, выдох, солнечный свет, ДНК растений, все, что вас питает каждый день, вода. Еще больше вдохом вот так собираете и раскрываетесь для еще большего проведения энергии. И состояние «я энергоемкая», «я энергоемкий». И состояние дать такую команду себе, своим системам, что вы усиливаете, увеличиваете энергоемкость свою. Внутренняя вот эта уверенность, знание, понимание, что в данный момент вы это делаете, вы увеличиваете свою энергоемкость. Вдох и солнечный свет, вдыхайте и потянитесь руками к солнцу. Прям дотянитесь до солнечного света, до солнечной энергии, прям максимально вот руками туда возьмите, встройтесь, как вот приемником. И в себя выдох, в тело, в поле свое, во все то, кем, чем вы являетесь. О, как хорошо. Вдох. Выдох, проводите энергию солнца прям в себя, во все тело, чтобы в вашем теле не было. О, кошечка пришла. Энергия животного. Киса. Тут у нас есть столько кошечек в эфире. Вдох, выдох. Чувствуйте, как энергия жизни в вас входит. И все, что в вашем теле, где-то какие-то кусочки, частички полудохлые, неживые, какие-то уставшие, все этим солнцем освещается, все это энергией зажигается, включается, и вы делаете вдох и наполняете свое тело, прям проведите вниманием солнечную энергию во все свои клеточки. Наполняетесь солнышком. Прям проведите ревизию всего того, кто что вы есть, чтобы не было никакой темной клеточки, чтобы все сияло солнечным светом. Вдох, выдох. Просвидетельствуйте, как энергия чистой, безусловной любви, энергия солнечной энергии проникает в вас. И все ваши клеточки горят уже этим светом, этим сиянием. Вот. Настя пишет «Мур», и вам «Мур». И почувствуйте, или если вы стоите на земле, на травке, вот эту энергию зеленого цвета, вибрация зеленого цвета, тоже увидите прямо внутри себя вот эту картину, как вы ногами на зеленом ковре, на прекрасном зеленом ковре стоите. И это мягко вам и классно. И вообще можно лечь. Кстати, я мечтала так сделать. Вот все. Вдох, выдох. И вы лежите в травушке и кайфуете. И энергия земли вас наполняет. Все классно. Ой, как хорошо. Почувствуйте состояние прям вот хорошо. Давайте проведем для тела максимально сейчас спа энергетический. Солнышком наполнились, на травке полежите сейчас, покайфуйте, почувствуйте, как энергия растений, ДНК растений, зеленый цвет полностью вас наполняет. Солнышко на вас светит.
вдыхаете, вот с всех своих пор, со всех своих клеточек вдох делайте и вбираете эту энергию в себя. Усиливайте себя. И почувствуйте, что где-то рядом тоже водится, и вы можете к ней подойти. И на лайте подходите к прохладному ручеёчку, или может у вас водопад. И туда заходите, и вот эту свежесть еще больше запускаете в себя. Дышите и позвольте энергии воды, любовью омыть вас. Почувствуйте, как эта чистая любовь проникает в вас, вымывает из вас все остаточные энергии, все, что не свет, все, что не ресурс, все уходит, оставляя чистоту, оставляя еще больше пространства для энергии. И снова вдох солнцем. Делайте большие вдохи, объемные вдохи. Наполняйтесь энергией солнца. Подышите. Асолин, тина, тэн, тина, тэн, 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 тэн. Глубокий вдох, выдох. И все сиянием, увидите, как залилось и внутри ваше тело, и весь ваш внешний мир, все то пространство, где вы находитесь, все сияет, как само солнце, таким же цветом, таким же светом, наполнено, мощное, все зажжено, все включено. Вдох, выдох. Улыбайтесь, чувствуйте себя, как вы себя сейчас чувствуете, как ваши клеточки себя чувствуют, как ваше состояние. Почувствуйте, как все внутри вас, это энергия, энергия солнца, энергия жизни. Ваше тело живет благодаря энергии солнца. Почувствуйте, как сегодня вы максимально активизируетесь этой практикой со мной, другими своими процессами. Еще впереди целый день. И обязательно в этом дне сделайте еще больше. Если вы не в желтом или не в белом, то переоденьтесь, оденьте что-нибудь светлое. Да, я вот в чате писала, водичку, пока еще солнце высоко, поставьте, чтобы ее потом пить. Сегодня, завтра тоже водичку ставьте, заряжайте, пейте. Растения, все, что на сыроедении в идеале, да, или просто воду пить, или быть на чистом питании, на живом. Не засоряйте свои клетки, не засоряйте свои мозги какими-нибудь тоже делами, да, просто все переводите в любовь, все в этом свете солнечном растворяйте. Дышите, я вас всех люблю. Будем с вами соединяться с некоторыми из вас сегодня в Зуме 18.33 по Алмате. Кто присоединился попозже, сделайте эту практику, она очень наполняющая. Поделитесь, девочки, как у вас состояние. Очень рада всех видеть. Благодарю, я сегодня в бежевом. Тоже хорошо, золотой, активный. Если какие-то украшения, вот напоминаю, да, что-то прям... Украсьте себя сегодня. Любые свои какие-то предметы, артефакты тоже вытащите на солнце. Вот, и дышите. Делайте еще сегодня дыхание жизни, то, что я в чате делилась. И на природе будьте по максимуму. Прям пофиг, нафиг всех, как говорится. В этом смысле я пошла. И пошла в парк или куда-нибудь в лес. Что рядом есть? Газон какой-нибудь найти. Ногами встать на нем, постоять, подышать, соединиться с землей, запустить энергию земли по всем энергоцентрам. Соединиться полностью, сделайте это по максимуму. Благодарю вас, тоже благодарю. У нас и Бали, и Алматы, и Алтай, получается. Вот, классно. Такая вот красота. Как здесь перевернуть? Сейчас еще покажу. У меня тут вид. Я делала сейчас тоже соединение со своими коучами дорогими. И вот классное у меня такое местечко. Получается, где я делаю процессы. Теперь ближайшие 3 дня примерно. Потом еду в Усть-Каменогорск. Тоже буду там в классном доме. Меня вообще это место очень круто встречает. Идеальными домами, людьми. Прям вообще классно. Всем желаю
такого соединения прям от души со всем, кто что есть в этом мире, от сердца к сердцу. И я вас люблю. Целую. До вечера, до скорого и всего самого наилучшего. Пока.